Всем привет! На турецком телеканале АТВ готовится к выходу новый сериал «Черная шелковица». Это захватывающая турецкая драма с Эрем Хельваджиоглу в главной роли. С большой вероятностью проект не будет дожидаться осени, и показ начнется в последнюю неделю августа, если съемочный процесс пойдет по плану. Планируете смотреть данный сериал? Ставьте лайк под видео и пишите свои мысли в комментариях. В центре сюжета Зухаль Эрдем, писательница и специалист по личному росту. Ей, будучи совсем юной девушкой, пришлось взять на себя заботу об отце и трех сестрах после смерти матери. В расплату за свою ошибку она дала слово отцу, что заменит в семье мать. Так прошли годы. Зухаль вырастила сестер, помогала отцу во всем и в то же время построила успешную карьеру. Она эксперт по личному росту. К 40 годам у Зухаль теперь есть все, о чем она мечтала – успех, обеспеченная жизнь родных и карьера. Но заботясь о других, она забыла о себе, несмотря на окружающие ее людей, Зухаль одинока. Лишь встретив настоящую любовь, она вспомнит, что у нее есть чувства. Однако придется побороться с деспотичным отцом за право на личное счастье. В сети уже можно увидеть первый тизер сериала. В тизере мы увидим, что главная героиня идет по многолюдной улице, а затем останавливается у свадебного салона, разглядывая платье, но при этом в ее глазах печаль. Проект «Черная шелковица» покажет историю пути из тьмы к свету. На данный момент сериал вызвал большое любопытство у зрителей. У проекта есть все шансы вызвать ажиотаж в будущем сезоне и заставить зрителей приклеиться к экрану своей мощной историей. Если вам понравился мой обзор, ставьте лайк под видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить выходы обзоров новых серий. Приятного просмотра!